Чего там Вань стучит? Стучит. А что-то похрустывает спереди. Вот похрустывало что-то тут. Где масло-то? А, да у тебя просто подшипник тут полетел. О. Подшипник это, да, там люк появился небольшой. А, маленько стало криво, несовестно, да. Да. Ну и поэтому, конечно, захрустело так сильно. Масло, конечно, масло, оно есть. Прям сейчас там масло, вот оно. Вот оно в тазу. Да, вот там в таз слилось. И вот тут еще налипло по стеночкам. Чуть-чуть. Как, ну, как покрути за хвостовик? За хвостовик, Андрюха говорит, вообще нормально крутится. Итак, 4 число. Заголовок. Двигатель брык-сток. Эх, хоть бы что-нибудь сломалось. Я бы посмеялся. Honda CR-V прошла 70 тысяч. Это ее щуп. Еп. Похоже, масло прошло 70 тысяч. Как она вообще не застучала, я просто... Хуй его знает, как она застучала. Приехал клиент, говорит, что если быстро едешь на скорости, в салоне ветер гуляет. Volkswagen Touareg. Тихо, подожди. О, давай. Че говоришь? Peugeot 308. Peugeot. Чуть-чуть перегрели. Перегрели и че? О, о! Нику надо залить, а? Давай. О, блин! А там че? Она полная, что ли? А там че, сколько воды-то? Там по клапану крышку. А че они... Ебе. А что они туда вместо этого масла воду сливали, что ли? Нет, двигатель перегрели. Они доливали. Приехал клиент, говорит, машина не заводится. Сняли головку, и тут вот такое зрелище. Поршня одного вообще нету. Куда он, интересно, делся? Ой, смотри. Ну, мы такого не видели ни разу. Что случилось, тоже непонятно. То есть вот так вот это все выглядит, как Сталинград. Такое ощущение, как будто перескочил ремень или там что-то провернуло. Погнуло клапана, только почему их поломало? Совершенно непонятно. В общем, для нас это остается загадкой. Куда он мог деться?